Закаляться, есть больше фруктов или пить горячий чай. Какие способы укрепить здоровье есть у южноуральцев? Давайте выясним. Хожу в бассейн, хожу к хорошим врачам. Также витамины стараюсь потреблять, спортом, ну хоть маленько спортом заниматься. Каждое утро бегать по утрам вот здесь в парке, закаляться. Заниматься с кандидатской атлетикой и ходить в бассейн плавать. Полтора часа плаваю без отдыха. Знаете, мы очень торопимся укреплять здоровье в поликлинику. Ну, не знаю, любить этот окружающий мир, заниматься спортом, соблюдать режим дня. Чтобы здоровье укрепить, надо его иметь, надо его сохранять, вести здоровый образ жизни. А как сохранять? Как сохранять? Ну, правильное питание, движение, какая-то забота, какая-то деятельность. Питаться правильно, заниматься физкультурой. Врачи говорят, что укрепить здоровье помогает правильное питание. Например, для иммунитета полезны креветки, лавровый лист и хрен, а при простуде помогают цитрусовые. И, конечно же, необходимо больше пить. Хорошего дня!